Здравствуйте. Вы на канале Новости БП. Сотни водителей фур, которые перевозят грузы из Китая, выступили с протестом. По их словам, грузовики компании Евротранзит без очереди пересекают пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, тогда как другим машинам включен красный свет, они стоят по несколько дней, чтобы проехать через автомобильный переход. Предприниматели, торгующие с Китаем, говорят, что компания Евротранзит связана с самой влиятельной в Казахстане семьей. И как вы думаете, кто это?